Момент настал. Момент... Ой, господи, вот сейчас опять это предвкушение пошло. Оно немного, знаешь... Ну, да. Оно немного исчезло, и сейчас опять. 64 тысячи зрителей ждут начала, вот это да. Вот это да. Ух, прям вообще. Роб. Это знаешь, что это ощущение, как будто Новый год. Вот то же самое. 7к зрителей на стриме, кстати, прикинь. Офигеть. Это да. Вот это да, шок. Просто шок. Это просто жесть. А, блин, я так жду это. Две минуты, понимаешь, 2 минуты осталось. Сейчас. Ну, 2.2 выйдет, да. Несмотря на мой трек, который я записал, ну, это не имеет значения, потому что трек — это трек. Это просто... Трек это шуточный был. Это шуточный трек, да, не более того. А все самое серьезное начинается именно сейчас, вот в данный момент, когда Роб уже показывает сникпик. Вот, собственно. 11 тысяч лайков. Офигеть. Это легенда. Вот это, знаете... Говорили тут про Полтергейст и там еще про Пироманиката, что там стримы легендарные, но нет. Вот это вот. Ой, блин, легендарный сейчас... момент. А, вот это легендарный. Почти 100 тысяч да. зрителей ждут премьеру, блин. Офигеть, да. Ты понимаешь? Сколько же игра живет? Я, бля, я... Ой, сорян. Ребята, я не сдержался. Я помню, когда это... Записывали видосы, Geometry Dash умирает. Она умерла, ребят, проверяйте. Ой... Она умерла. В конвульсиях уже находится. Скоро умрет. Легендарный момент, сникпик. Спустя 4 гребаных года. Мы его постоянно ждали, да. Жителей ждут начала премьеры. 111к. Офигеть. Офигеть. И это даже еще мы его не смотрим. Это зрители как на стриме, точнее как на презентации у Apple, ты понимаешь? То что настолько это хайпово. Нет, серьезно, это примерно как вот презентация Apple, даже меньше. Хотя не знаю там сколько было, ну 1250-300 примерно около того. Блин, Паш, ты понимаешь, 40 секунд. 40 секунд до того, как мы увидим Explorers. Explorers просто. Я не знаю, это... Жесть просто, я... У меня нет слов, чтобы это комментировать. Одни эмоции, нет слов, одни эмоции, как говорится, да. Кстати, знаешь, сколько зрителей... 1860, ой, 1620, нормально, 8 тысяч. Да, все, короче, пофиг. Все, блин, все, давайте, пацаны, смотрим. Так. Да, а что залагало? Блин, лагало. Вау. Это что за песня? Это что за фигня? Вау! Вау! Ля! Ля, это офигеть, ты слышал? Да! Офигеть! Вау! Вау, там эффект какой был! Он разбился. Дальше сейчас еще что-то будет. Это же другой уровень. Ты же понимаешь, что случилось? Давай переводить. Ты разбился. Ты разбился. Я показал сникпик. Большую часть этого. Им понравилось? Я не знаю. Я не говорю по-испански. Как и по-русски. Мы где? Не разговаривай здесь, мы... Ну, нас смотрят. Нас смотрят, да, 10 тысяч человек практически. Встреть меня на дороге. Ну, смотри под ноги. Это демонстрация режима платформера. Походу, да. Походу, да. Это, кстати, в самом ГД показывается, ты понимаешь? А походу, это официальный левел, прикинь. Возможно. Я же тебе говорил то, что будет больше 2 уровней. Не, ну, возможно, это 2-й уровень. Ну, возможно, да. Вау. Вау, это просто. Чё, всё, типа? А, нет, он сейчас будет проходить. Ты слышал звук? Он разбился, смотри, какой эффект! Это конец? Да блин! Я вот... Я сначала обрадовался, потом немножко разочаровался, потому что это все. Да блин, это так круто! Это так круто, это так мало! Это так круто, это так мало, серьезно! Надо побольше было. Надо побольше хотя бы, да, чуть-чуть. Ой, я случайно стрим Дорфи открылся. Это было потрясающе! Но 275 просмотров уже 4 минуты назад. Но это очень мало. Сейчас на паузу будем ставить и максимальное качество. Давай рассматривать. Смотри. Пиксельные объекты. Пиксельные блоки. Причем в большом количестве, да. Музыка. Это не Explorers, это не Fire Dash.
Это не Explorers? Я просто не слушал, блин. Это не Explorers, ты понимаешь? Это не она. Сразу блин, видно... а как так? Видимо, будет уровней, может быть, больше, чем даже два. Портал это, сразу видно, похоже, да. Похоже все равно. Знаешь, по стилю такому. Угу. Ну, а что это за трек, блин? Кто-нибудь в курсе, чат? Что это за трек? Что это за трек, да, реально, потому что мы не знаем вообще. Это эксклюзивный сонг от МДК? Вау, ну, как раз то, что это МДК, я подумал по стилю. Это да. Вот, эффект камеры сразу видно, то, что она так прям перемещается. Блин, как же круто блоки сделаны, и анимация блоков еще. Вау. Просто смотри на это, как они взрываются, и там анимация лица еще этого демона смотри, какого-то. Смотри, какой момент. Заметь. Да-да-да, это жестко. Это очень жестко, типа так. Фига себе. Блин. Это прям жесть. Тут надо активировать. Особенно этот момент еще. Активировать, да, вот эти вот штуки обязательно. Это точно один из лучших официальных уровней, просто. Без но он красиво выглядит. Geometry Dash. Geometry Dash. Офигеть. Блин, это смотри, анимация частицы. Молнии. Это анимация молнии, это вообще топ. Смотри, видишь, это частицы? Анимация молний? А где, и где, где? Частицы. Вот где анимация молнии? Там же шары, там где он летит, вот вокруг этого. А, офигеть, реально, это что-то нечто просто, это нечто реально. Это типа вот портал? Это портал, смотри какой там был. Это как будто портал из портала, ну ты понял, да? Да, кстати, заметь, он здесь реализовал фишку для этих дальтоников, чтобы порталы были видны не только цветовой, ну, цветами, но еще и обозначением. Да-да-да. У меня аж, кстати, пульс был 140, прикинь. Это недавняя фича, он об этом рассказывал, ну, буквально 2 месяца назад. Это вообще жесть. Блин, офигенно вот это вот Geometry Dash. Уа. Да в смысле, где скачать? Нигде. У Роба на гитхабе. Переходите, скачивайте. Ну тут понятно, платформы зациклены, все это, то есть будет... Ну, это уже сейчас примерно представляется, как оно, ну, сделано. Кстати, выглядит очень красиво по цветам. А блоки, кстати, приятненько. Каменные. Очень прикольные каменные блоки, это жесть. Ну-ка, надо еще посмотреть. Еще это что, новый World, что ли, показали после этого в конце? Нет, это тот же самый, по-моему. Вижу, а, это прикинь, это вот после того, как мы его выпустили, какой-то сюжет продолжится. Ну да, кстати. Но тут вот блин. Есть у нас такой небольшой разговорчик между Стречем и Роб-Рубом. И все. Давай еще раз. Я хочу еще раз посмотреть. Я буду пересматривать вот этот эффект. Да-да-да, это вообще понимаешь? Жесть. Вообще, в целом, эффекты тут на высоте будут в 2.2. Ты же понимаешь? Уровни уже какие будут, прикинь. Паш, ты понимаешь, это эффекты из After Effects. То есть, вот то, что здесь реализовано, это, по сути, реализуется, ну, с помощью достаточно сложных... Ну-ка, не то чтобы сложных прям, но с помощью плагинов в After Effects. Это ж вообще, это просто, это невозможно представить себе. А ну-ка, еще раз. Такой, типа, эффект волны. Я представляю, какие уровни будут просто 2.2, это просто невообразимо. Невообразимо, да. Смотри, какой эффект. Заметил? Это эффект сепии, который Роб показывал в Твиттере, это я точно помню. И он прям сказал то, что сделаю отдельный триггер. И он просто, вот Роб сказал, Роб сделал. Все, отдельный триггер сепии, который делает изображение вот таким вот. Ну, ты сам, да, видишь это? Кстати, это идея Нормданчика, вроде, если мне память не изменяет. А, это идея русского челика, да-да-да. Да, это идея русского чела. Что еще за... О, пузырек. Прикольно тоже. Это что-то новенькое. Это что-то... Вот я такое тоже не видел, да. Пузырек с жидкостями. Я не знаю, с чем, короче, просто. Пузырек с какой-то жидкостью. Прям как в Террарии, офигеть. А для чего он, интересно? А вот фиг знает. Его можно не собрать, интересно? Ну нет, он собирается в любом случае. В данном случае нельзя. А, возможно, он свидетельствует о том, что там стоит портал. А, ты его берешь и куб уменьшается. А, да? Кстати, ага. Интересно. Интересно, да. Смотри. Это оп. Место портала. Место портала получается, да. Он уменьшает. А, ну, кстати, логично. Ты понял, в чем фишка? Тот, который... Да. Да. Ну, я думаю, объяснять тут не надо. Понятное дело то, что этот уменьшает, этот увеличивает. Как бы там стоят, скорее всего, самые дефолтные порталы, но сама, ну, идея, она очень годная вот с этими вот бутыльками.
Боже, я это готов пересматривать вообще просто. Geometry Dash. И хорошо, кстати, то, что Sonic... Или же пользовательские уровни какие будут. О, это жесть. То, что Роб создал... Это малая часть того, что нам показали, блин. Ты понимаешь, что то, что Роб создал, это... В принципе, вот меньше, что можно реализовать, будет в GD 2.2. Это меньше, то есть это вот прям самый минимум, то, что Роб заюзал. У него блоки дефолтные. Можно будет блоки потом юзать свои, которые ты сам придумаешь, и на них эффекты какие-то накладывать. Градиент. Ты заметил градиент? А, ну тут не сильно его видно, да, но градиент вообще будет, если что. Не, ну это просто. Еще анимация смерти новая, заметил? Ну-ка. Он прям рассыпается. Да, он рассыпается. Ну, ты же понимаешь, что для того, чтобы сделать такой эффект смерти, нужно каждую иконку, то есть ее вот так вот, ну, разбить на части. Или нет? Может быть, он как-то это унифицировал, хз. То есть шар, получается, он вот так. А, я понял. Знаешь, что произойдет? Там камера, наверное, 90 градусов перевернется, типа, и вот мы будем вот так вот играть. Да. А часовой на 90 градусов это перевернется, и будет вот такой вот, блин, это жесть. Блин, я на самом деле вот сначала обрадовался сникпику, а когда он кончился, я разочаровался. Ну как так? Ну это офигенно, да. Опять же, сложно судить о том, а стоило ли это 4 лет. Определенно стоило. Но, может быть, Роб мог и за меньшее время реализовать, не знаю. Но в любом случае... Ожидания, они будут оправданы. Только вот количество времени, которое потрачено, это, конечно, такое. Все-таки слишком долго мы ждем. Смотри, монетки. Это пиксельные, да, объекты? Это скорее даже не монетки, а шарды. Такие осколки. А, ну осколки, да. А монетки, шарды, вот эти маленькие пиксельные блоки, паутина. Вот эта вот штука из Марио. Потом прикольные, очень красивые объекты. Вот эти вот кирпичи. Но я думаю, ты со мной согласишься в том, что они просто идеальны. Вот эти вот кирпичи. Они красиво выглядят прям вообще. В целом тут цветовая гамма очень приятная, и объекты красивые все. Да, но и, это кстати, не вот он. Вот еще есть монстры из 2.1. Или 2.0 даже. Вот там внизу. Смотри, он в клетке и болтается вот так вот. А, вот да, и еще один. Еще один причем внизу, это... и еще один здесь. Так прям реалистично выглядит, просто капец. Еще когда вот эти вот штуки... ударяются, там выскакивает, ну, из-под них огонь, да, типа огонь. Ну, это понятно, как сделано, то есть там просто триггер стоит, и все. Они падают, и при активации этого триггера вот появляется анимация. На тебя аж кошка замяукала. Я думаю, еще раз стоит пересмотреть это. Как ты думаешь? Да. Сейчас еще раз будем пересматривать, да, потому что это просто шок. Топ! А если нам показали скретча, значит, возможно, этот уровень, который в платформе, это как-то сюжетно обосновано. Прикинь, там же со скретчем диалог, типа, встретимся на дороге, так сказать. Ты проходишь этот уровень, и дальше какой-то сюжет идет. Прикинь, вот такой будет. Да, я хочу это пересматривать и пересматривать еще раз. Я думаю, ты тоже. Да, это прям топ. Это прям топ. И это надо еще в голове держать. Это самое малое, что можно будет сделать в 2.2. А это уже круто выглядит. Интересно, сколько мы будем ждать самой обновы? Я не знаю, я уже хочу. А может быть синий будет портал? Смотри, синего-то нет. Зеленый такой... Есть синий же вейв. Но не прям такой синий. Голубой скорее. Ну wave, голубой, да. Да-да-да. А Свинковский прям синий будет, лазурный. Возможно. Mm-hmm. Может радужный? Но радужный мы бы одобрили, конечно. Ну он заказал, получается, трек у MDK. Чтобы сделать этот уровень. Ну, выходит так, да. Если надеюсь, что эта информация, она полностью подтверждена и верна. Geometry Dash. Показали нового монстра, только я пока что этого нового монстра не заметил. Ну-ка, да, давай еще раз посмотрим. Прям внимательно сейчас чекаем. Ну вот, эффект. Боже, он просто идеален. Анимация блоков тоже офигенно. Смотри, взрывы! А, смотри! Смотри, видишь этот персонаж, он черно-белый всегда. А, то есть можно будет отдельно наложить эффект сепии на персонажа? Вау. Вау. Это не сепия, это негатив был, кстати, вот тебя в чате поправили. Это скорее негатив. Негатив, был. Да-да-да. Ну, вот то, что сейчас на пауке, это негатив, а там был эффект сепии на переходе. Плюс 1500, да. Ладно, смотрим дальше. Смотри, взрывы. Да-да-да, вот я про это тебе говорил на первом. Кстати, нижние взрываются, а верхние не взрываются. Верхние не взрываются, да. Стоп. Перемотай портал интересен, там, знаешь, типа, значки были,
Значок только гравитация. Значок только гравитация. А у полка не сделан. Ну, блин, это сложно как-то сделать так, чтобы оба было видно. Ну, можно один просто скрыть. Хотя, не знаю. Вот, ну, вот этот... как раз и скрыт один. Один полк. Скрыт, да. Поэтому, ну, не настолько... Ну, это не настолько особо... приятно будет дальтоником играть все-таки. Да это даже не... Не в этом вопрос, а в том, что это в принципе смотрится что-то как-то так себе. Ну, вот, вот конкретно вот это вот. Кнопки. На бирюзовые такие голубые. Ну, кнопки это пиксельные, обычные самые пиксельные кнопки, и все. Стоп. Может, это вот черепок этот, который из лавы ну, выглядывает такой. Может, это новый монстр, типа? Да. Хз, ну-ка. Сейчас посмотрим. Потому что он как-то двигается еще. А он как-то двигается, да. Ну, возможно, это новый монстр, действительно. Вон там еще на фоне, видишь, какие блоки? Это как типа бэкграунд. Да. Получается. Да. О, выглядывает, смотри. Это и есть новый монстр, да? Так он же новый, да. Он давно уже известен. Роб его показывал в старых видосах, которые еще там пару лет назад. Да-да-да, я помню. Факел прям новый-новый будет. Слушай, а факел, интересно, как горит? С помощью частиц или нет? Вот вопрос в чем. Может, это прям отдельно кастомный объект. А может быть, да. А, скорее всего, да-да-да. Ну, я делал 2.2 факел, так сказать, собственного производства. Блин, еще смотри, как, какая анимация, такое закругление экрана, и потом обратно, блин, вот это круто еще выглядит. Давай еще раз. Это знаешь, как называется эффект? Блин, я забыл. Как? На букву В. Вигнета какая-то, вот что-то такое. Вот так этот эффект называется. Виньетка, блин, точно. Я только на английском знаю, как это произносит, ну, как это звучит. Вот сейчас обрати внимание на анимацию. Но она такая прям очень плавная. Да-да-да. А вот новый монстрик, вот это, ну, возможно, имели в виду. Смотри, он как да не. Пастью. Это, да, в смысле, это даже не монстр, это скорее просто такая фича для дизайна. Ну, не знаю, это не выглядит как монстр. Он вообще не похож на остальных. Скорее всего, имели в виду того, которого давно показывали еще. О, грибы. Грибы, да. Грибы растут, да. Да не, мне кажется, то, что все-таки это новый монстрик. Потому что, ну, а как новый он потом бэкграунд двигает? Прикольный, кстати, заметил. Новый бэкграунд, да, прикольный, это тоже заметил. А, частиц это снег. Видишь? Да-да-да. Это, походу, новые какие-то частицы. Прям снежинки. Двойной БГ? Слушай, а реально двойной БГ, смотри. Ну-ка. Еще раз, двойной БГ. Вау. Вот он. Офигеть. Ну, блин, это анимация молнии, конечно, она жесткая. Прям вот топ. Это, видишь? Оно так прям как будто все вот так разлетается. Это анимация молнии, они прям, блин, это... Я прям создам уровень с этими молниями, серьезно. Чисто уровень этот, нас будет называться молния, да, наверное? На русском, как транслитом, долбит нормально, уже будет молния. Тоже новый БГ. Тут новый БГ, но он уже не двойной. Но волны какие-то сзади, это... Знаешь, стимпак какой-то напоминает. Кстати, смотри, не он большой, но при этом достаточно плавненький. Ну, без всяких пикселей и прочей фигни. Он, скорее всего, он вот так вот растянут. По оси X, вероятнее всего. Если присмотреться. Ты тоже заметил это, да? Такое ощущение. Ну, блин, я не знаю, как это сделано, конечно. Возможно, что-то новое. Ну, с помощью скейла. Так с помощью скейла же. С помощью скейла оно же выглядело бы пиксельно. А, три новых скина на... три новых цвета на скине. Это мы в курсе уже были про это. Роб про это говорил, как бы. Ну вот, тут монстры качаются прикольно, и паутинка тоже мне нравится очень сильно. Как во второй части вроде ничего интересного нету. Ну, знаешь, прикольно, да. В первой части все самое интересное, да, было. А, интересно еще будет эта труба сверху, ты же, наверное, из нее типа упадешь и будешь играть в это, скорее всего. Мне интересно. Посмотреть, как ты будешь падать именно, да, оттуда? Да. Я заметил, что еще, перемотай еще раз, там на орбе еще есть прикольная анимация. А, то что? Частица. Или что это? Ну, выглядит прикольно. Я заметил, да, я прям поставил там, где надо, на паузу. То есть вот эти вот черепки вылетают из нее. Не только это, еще прям в начале. Там прям какая-то жесткая анимация. Видишь? Как будто молния реально тоже. А, вокруг орба молния, да? Да-да-да. Ну здесь, а, градиентный БГ, да-да-да-да-да. Вот, все, я сейчас увидел только что. Вот, градиентный БГ, смотри. Часть вот такая, да? И часть такая. Да-да-да. Ну это молния, это вообще, это топ прям. Молния это лучшее, да. Ух, кстати, огонек выглядит обновленным, типа, не знаешь, не как в 2.0, а прям вот таким плавным, с плавной анимацией. Видимо, сделал для
144 Гц там и прочее. Ну, типа, анимация самого огонька прям супер плавно, не как в Доточка. Сейчас прям зацени. Плавный огонь прям сильно. Плавный огонь. Да, мне кажется, он просто фреймов добавил и все. Ну, кадров. Ну да, скорее всего. Ну, очень надеюсь, то, что после выхода сникпика пройдет немного времени, как выйдет вот 2.2. То есть не придется нам ждать миллион лет вот этого события, собственно.